Приветствую всех читателей и поклонников портала об искусстве Art Channel. И я рада сообщить вам, что с этого месяца, марта 2018 года, мы запускаем арт-боксы. Давайте разберемся, что это на примере первой коробочки. Это небольшая коробочка, наполненная необходимыми полезностями для творческой личности. Так что если вы художник, просто любите рисовать или у вас есть друзья-художники, вам будет это довольно интересно. Итак, давайте начнем. Открываем наш бокс, и нас сразу встречает календарь, составленный в коллаборации с нашей арт-персоной марта 2018 года, Сашей Соколовой. Кстати, Саша – единственная русская художница, которая приняла участие в создании фильма «Ван Гог с любовью, Винсент». Интереснейшее интервью с Сашей вы можете прочитать на нашем сайте, ссылочку оставлю в описании. Затем не менее приятным сюрпризом является книга «Собрание писем Ван Гога к брату Тео». Если вы хотите познать и понять творчество художника, обязательно прочитайте эту книгу. В качестве бонуса вы найдете здесь нашу с Сашей закладочку. Далее следуют презенты, привезенные и тщательно подобранные из Германии. Это скетчбук, специальный карандаш для скетчей и полезнейшая, незаменимая вещь для художников. Сумка для переноски папок, холстов и всего, чего вы захотите. Ну вот и все. Если вам понравился наш артбокс, обязательно закажите его на нашем сайте или свяжитесь с нами в Инстаграме, написав в директ. А также нам будет приятно, если вы оставите комментарий к этому видео и поставите лайк. До скорых встреч, пока!